позднее время тяжело добираться домой. В нашу редакцию обратилась Екатерина Михайловна и рассказала, что ее внук работает в торговом комплексе на улице Новой. Его рабочий день заканчивается около 10 часов вечера, и уехать он может только на 27-й маршрутке, но в такое позднее время они, увы, не ходят. Еще один неприятный случай произошел вчера в автобусе 45-го маршрута. При имеющейся запрещающей табличке водитель курил за рулем. Также на автобусе есть наклейка с информацией о том, что оплатить проезд можно картой, но водитель принимал лишь наличными. И вопрос, который уже давно волнует жителей поселка Кушкуль. Администрация Оренбурга обещала ввести пересадочные маршруты, на которых оплачивать проезд можно будет один лишь раз. Со всеми этими вопросами мы обратились в управление пассажирского транспорта. Там нам пообещали во всем разобраться. Горожане уличили нарушителей. Этими фото оренбуржцы делятся в одной из социальных сетей. Водители оставили свои автомобили на тротуаре возле мэрии. Отметим, что это нарушение правил и ответственность никто не отменял. Теперь водителям грозит штраф в размере 1000 рублей. Студенческий билет на имя иностранки Вожапили Жозеф Неми был найден в автобусе 41-го маршрута. Документ студентки медицинской академии обнаружила Александра. За ее номером вы можете обратиться в нашу редакцию, она готова безвозмездно вернуть документ. На этом у нас все. Не забывайте делиться своими новостями. Мы ждем ваших звонков по номеру, указанному на экране.